Ну, я вкратце хочу рассказать о своем отце, который родился в 1916 году, 1 января. Ну, свою трудовую деятельность, они когда-то, когда советская власть пришла, как все они, в общем-то, колхозах, там разные организации были. Ну, в общем, самое для них это памятное было, когда Отечественная война началась, тогда они даже, в общем-то, ночью даже не спали. Кто рыбачил, кто охотился на морского зверя, и он очень жалел, что он на войне не участвовал. Он очень хорошо стрелял. Ну, в общем-то, был признанный снайпер на трудовом фронте, так называемый, в тылу. Но он был, знаете, он всего у него наград 7. Таких людей было, которые они были, шли впереди всех. Вот оно, вот так, наверное, нужно сказать. Потому что благодаря таких людей дисциплина держалась, и планы выполнялись, и перевыполнялись, потому что там был лозунг один – «Все для фронта и все для победы». Вот они с этим призывом вставали и с этим призывом к работе приступали. И они, как он говорил, мы план выполняли, перевыполняли, с этим мы гордились. Ну, очень было тяжело. Очень тяжелый период был. Но, тем не менее, как он говорил, мы выстояли. Вот это он с гордостью говорил. Но сегодня, конечно, хочу, чтобы внуки, которые подрастают, все поколения, очень хорошо всегда помнили, чтобы никогда не забывалось. И историю Отечественной войны, в общем-то, надо, конечно, хорошо надо знать. Вот слово я помню «норма». Норма – это хлеб каждому человеку. То есть мы, я даже помню, в чуме мать разрезает хлеб на куски, хлеб нормы. Еще в 50-е годы, еще 5 лет прошло, еще слово звучало еще в устах.